Всем доброго времени суток. Получил очередную бандероль с Китая. Это фигурки растения против зомби. Заказывал на сайте GearBest. Добирались сюда они очень долго. Почти 2 месяца. В общем, уже 5 числа уже истекает срок. Стоимость данных фигурок $5, учитывая бонусные скидки, получилось там около $4. Вот такие вот фигурки. Без запаха. Это вообще мягкая какая-то. Это тоже мягкая. Ну, все они мягкие какие-то. Я думал, они поплотнее будут. Вот такие вот растения против зомби. Ну, качество довольно-таки неплохое, но то, что они мягкие очень. Я думал, пластмасса будет пожестче. Как видите, вот они гнутся так. На этом все. Ссылку приложу в описании. Кому интересно, можете заказывать. Доставка, конечно, не порадовала. Думаю, вообще уже не придут. На этом все. Всем спасибо.